Rainbow English учебник, 4 класс, первая часть, Unit 1, Step 5 и упражнение номер 7. Нам нужно прочитать текст и выбрать наиболее подходящее название для него. Читаем и переводим, потом уже с названием разберемся. Hello, my name is Margaret Barker. Здравствуйте, да, или привет, меня зовут Маргарет Баркер. My family is not very big. Моя семья не очень большая. I have a husband and two children. John, my son, and Sally, my daughter. Моя семья... Ой, извиняюсь. У меня есть, да? I have. У меня есть муж и двое детей. Джон, мой сын, и Салли, моя дочь. My husband Richard is a doctor. Мой муж Ричард – доктор. I'm a school teacher. Я школьный учитель. I teach music to very young pupils. Я учу или преподаю музыку очень маленьким ученикам. I teach Sally too. Я преподаю или учу Салли тоже. Now she can play the piano. Теперь или сейчас она умеет играть на пианино. Sally sings very well and loves to sing. Салли поет очень хорошо и любит петь. I like to listen to her songs. Я люблю слушать ее песни. She often sings together with her friends at school. Она часто поет вместе со своими друзьями в школе. I teach at school 2 days a week, on Tuesday and Thursday. Я учу или преподаю в школе 2 дня в неделю, во вторник и в четверг. Sometimes at the weekend we all go to the cinema. Иногда в выходные мы все ходим в кинотеатр. We love to watch interesting films. Мы любим смотреть интересные фильмы. But usually we are together in our house and watch television. Но обычно мы вместе в нашем доме и смотрим телевизор. They have a lot of interesting programs on television. У них много интересных программ по телевизору. My children often play computer games too. Мои дети часто играют в компьютерные игры тоже. My husband is at work 5 or 6 days a week. Мой муж на работе 5 или 6 дней в неделю. But on Sunday he is always with his family. Но в воскресенье он всегда с его или со своей семьей. We are very good friends. Мы очень хорошие друзья. Так, и теперь смотрим название. Первое было Mary Barker and her family, то есть Мэри Баркер и ее семья. Второе Margaret Barker and her children. Маргарет Баркер и ее дети. И третье Margaret Barker and her family. Маргарет Баркер и ее семья. То есть, конечно, речь шла о Маргарет Баркер, и она рассказывала в целом о всей семье, поэтому выбираем, конечно, номер 3, да, который нам нужно подчеркнуть.